добрый день, дорогие друзья! Сегодня прекрасный осенний денечек, солнечный и теплый. И если уж, конечно, мне дожди дома не сидится, то в такую погоду просто сам Бог, как говорится, велел выйти за грибами или просто хотя бы вот прогуляться. Смотрите, какая природа, какая же красота! Давайте просто полюбуемся. Но единственное, что мне нравится, посмотрите, вот какая трава огромная, непролазная. Но я иду по дороге пока. Я иду по дороге, охвачена синью. Я иду по дороге и вижу Россию. Да, все равно наши места, хоть и запущенные, хоть, возможно, и вот руки уже не прикладываются к земле, правда, совсем. Но это ж такие красивые, самые лучшие, самые милые, самые любимые наши места родные, наша родина. О, я как на лирику, на патриотизм потянула даже по такой погоде. В общем, я иду за грибочками. Сейчас немножко вот эти лесочки я уже прошла, потому что я в них вчера была. Вчера была, грибочков собрала, и вы все это видели, сколько я их там собрала. А сейчас иду чуть подальше. Конечно же, я не побреду по траве. Совсем не хочется мне там брести. Но по лесочку-то можно пройти. По лесочкам-то нормально ходится. Там нет такой травы. И вот, пойдем, да? Посмотрим, что у нас сегодня будет. Так, подхожу к первым березкам. Опускаю вниз и камеру, и голову. И что мы видим? Мы что-то видим. А видим мы, конечно же, вот такой... От березовичек, смотрите-ка, какой красавец. Тут мне сейчас вообще пошли. Было прохладно и дождливо. Они теперь идут вообще чистые, белые, без червоточинки. Вот еще один, да? Увидели? Что тут еще где стоит? Что? Мы сейчас обойдем эту березку вместе с вами. Кружочком. Нет, по-моему, больше тут нет. Пока что ничего. Но смысл зайти к этим березкам, получается, есть. Вот они, первые два грибочка. Видите, пока пустое ведерко и первые два грибочка. Вот зашла в березовый лесочек. Так, все ли видно, друзья мои? Мне лично видно. Наверное, этот плохой. Я с него начну. Начну отсчет с него. Да, этот наверняка плохой. Ножку-то можно посмотреть. А ножка очень даже белая, я ее, наверное, возьму посушить. Ножку взяла. Вот такой молоденький стоит, красавчик, да? Вот такой красавчик молоденький. И вот еще парочка. Так, опа. Этот тоже такой же молоденький. А ты чего, кажись? А ты какой? Сейчас, а этот проверю. Вот три грибочка прям к ряду стояли. Видели, да? Так, со стороны посмотрим, не видно пока ничего. Так, а это что такое? Что за альбиносище тут стоит такой? Один, два. Вы посмотрите, что тут творится. А. Прям какие-то троица такая. Троица под березовичком. Один, второй, еще и третий тут растет маленький. Сейчас я их обрежу. Но заодно посмотрю пока еще рядышком. Потому что он такой интересный. Тут вырос, может, что еще выросло подобное. Но подобного пока не видно. Если там только что мы нашли настоящих блондинов, то смотрите, какой шатенчик стоит. Ах. Брюнетом, конечно, не назовешь, но шатен точно красавчик, молодой. Так, обрежем его сразу. Посмотрим, ножка прекрасная. Ножка прекрасная. Это просто мусор тут у меня зацепился. А вообще он весь прекрасненький. О. Нравится мне такие грибочки собирать. Очень нравится. Так, ну, ребятки, кажитесь еще, кажитесь. Где вы? О, что-то там такое вижу. О, ну, огромное, большое, наверное, и не свежее. Посмотрим. Огромное, большое. Нога. Смотрите, какая белая нога.
разрезаем его сам. Сам, конечно, плохой. А ножку мы возьмем для сушки. Вот. Сушеные грибочки зимой. Ах, это такое же деликатесное лакомство. Супчик из сушеных грибов. Обалденный бывает. В охоточку. Так, здесь что, лезу куда-то через дебри, через тернии. Опа. И вижу. Лезу и вижу. Так, видно на камеру. Да тут не один. Кстати, о птичках. Смотрите. Вот. Вот. Вот один. И вот второй. А второй-то какой красавчик. Ой. Писанный, я так не знаю. Вон там еще и третий стоит. Но про третий я не уверена, что он там не гнилой. Сейчас разберемся с этими. Этот я уже вижу, что хороший. Так. Может, прямо так как-то обрезать. Ой. Угу. Прекрасный, хороший. Ну ладно, обрежу уже так, без видео. А вот сейчас, смотрите, целый мостик. Эти мост. Как говорят, мостами растут. Вот первый гриб. Ну-ка, что он тут из себя? Ну, этот уже старый и, похоже, гнилой. Вот второй из этого моста. Смотрите, какой красавец. Вот третий из этого моста. Такой же красавец. Так, ребятки, с вами чего? Разбираться будем. Так, этот вроде хороший, но я сейчас разберусь с ним. И с этим разберусь. Они на таких длинных, мощных ногах. Вообще, мощные такие. Реально, вот, если с моей ладонью так, вот, видите, с мою ладонь даже больше. Нет ли еще сразу, чтобы оглядеться, да и уже обрезать их по-хорошему. Они вот все пятеро. Пятеро их тут? Да, один просто плохой. И все рядом стояли. Может, еще где? Это значит, одна прямо вот кучка, одна грибница шла. И пока больше не вижу. Что-то там такое. Ой, а что-то там такое. Светится, краснеет. Я видела один, а тут оказывается два. Подоси... Три! Вон, а еще один бочком стоит. Три подосиновичка растут. И они какие красивые все ж таки. Красавчики вы мои. Сейчас сфоткаю. Так они тут, посмотрите-ка, парочками стоят. Ха-ха-ха, так у них любовь. Ты посмотрите, просто не могу. Вот парочка стоит. Из одного растут корня. Из одного. Вон, видите, парочка реально. А вы как? Нет, эти еще из разных пока. Те уже все поженились. А нет, это не гриб. Думала, еще третий, пятый гриб. Нет, это не гриб. Ну, прикольно вообще. Что-то я тут такое подозрительное вижу. Ого! Ничего себе, грибище! Ну, старый, да. Смотрите, какой огромный. Так он же почти с ведро с моё ростом. Вот это гриб древний. Прадед всех, праотец. Посмотрю. В принципе, нога-то нормальная, но я уж его брать все равно. Смотрите, какой белый, а. На срезе-то. Это, ну просто он очень огромный. Уже тут еще кто-то где-то стоит, а? Под елочкой спрятался. Так, видите, что у меня уже ведро полное. Но не могу же я на произвол погибели оставлять вот эти вот грибочки, которые прямо у меня под ноги ко мне вышли. Смотрите-ка. Ой. Раз. Два. Три. Вот, пусть говорят, что грибов нет. У нас есть такие, кто говорит, что грибов нет. Грибы есть. Надо только правильно за ними ходить. По правильным лесочкам. Сейчас обрежу, возьму. Если уж не будет уходить ведро, вот у меня еще на мне пакет, этот плащ есть. Сюда заверну. Вот переложила верхушку в свой этот дождевик плащ, потому что мне еще выходить надо на дорогу. А придется идти по лесочку. Вдруг еще попадаться будут. Да как мне будут попадаться? Вон уже я опять вижу гриб. Пока просто стою. И все перекладываю. Ой, вот еще стоит. Видите? Да какой красавчик-то.
Их не видно под травой, под листьями. Они одинакового цвета все. Сложно разглядеть. Вот сейчас переложу. Останется место в ведре. И я буду складывать, что попадется. Вот так сейчас и сделаю. Эти грибочки. Это я вот сейчас вот просто зашла. Вот. Вот к этой березке. Первая. Видите, я даже не брала с собой ни ведро, ничего. Нож хоть прихватила. И вот сколько тут штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 15 штук, наверное. Ну, 14 точно. Я их тут срезала. Ладно, дорогие друзья. Вот мой путь туда предстоит. Я уже больше не буду никуда заходить, потому что все. У меня все полное. И вот. Я одна, мне это все нужно будет донести до дома. Это практически два ведра. Thank you.